вижу помощника. Он а... еще должен нам кое-что рассказать. Мне кажется, ли... О, я да, подорвал машину. Подорвал. Как я Хаммер удачно подорвал. Да. Хаммер не надо было как раз взрывать. А теперь взлети чуть-чуть. Я это... Я бегаю по лезвиям. Танцуй. Эй, чувак, при всем уважении к святой смерти, я не несу никаких посланий. Я просто развлекаю народ. И все. Ты отправляешься в бою, чтобы поднять дух бойцов и распространение веры в святую смерть. Взрыватель установлен. Что произошло? Что ты взорвал? Зачем ты взорвал инсургент? Ты видишь, он дымится. Взрыватель вставлен. Ах ты козел. А как ты меня риснешь теперь? Ловлю, ловлю. Лови, лови. Ой, нет, ты уже там. Ой, нет, ты тут. А ладно, потом поймаю. А, это твой вертолет. Тебя я вообще не вижу. Вот вертолет вижу, тебя не вижу. О, ты появился. Ты мой маленький пиксель. Давай, давай, давай. Давай, давай, падай. Давай. Давай, 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 давай. Ах, ты зачем ж парашют раскрыл? Потому что я не уверен в твоей силе рук, и я боюсь, что... Я хотел... Ты у меня очень странно приземлился. Серёж, а. Ты понимаешь, что сейчас происходит? Да ничего, мы упали с крыши. Мы застряли на горлах. А. Ясно, понятно. Вот, стоят двое перед нами. А у нее их нету. Они не прогрузились у Мани. Они прям в Мане в упор стреляют, а Маня как терминатор. Маня терминатор. Он просто в упор подошел к тебе. Так, ладно. Облети просто вокруг. Не, пока не садись. Не садись, не садись. Нас палят. Что-то палит, сильно палит. А, ПВО. Верти, вертай хвост. Есть, все, молодец. Так, вот, да-да-да. Вот здесь вот. Вертай хвост. Садись, короче. Мы как раз вот пролетели над тем местом, куда нам надо. Ой. Нет, не выпрыгивайте. А я не могу выпрыгнуть. Все, я спрыгнул. Я снимаю вас, ёпта. Ладно, только я вам его не давал, хорошо? На запрос имени пользователя наберите BIDIBOM. Бидибом. Потом введите цифры, которые сгенерируют... Зацени момент, попугай. Это день, когда ты едва не умер. День, когда тебя пощадили. Да. Я знаю, что ты можешь сменить ключ шифрования. Но в обмен на свою жизнь ты будешь продолжать вещание и не сменишь пароль, пока мой товарищ по Катаре не передаст свое обращение. Ясно? Да, ясно. Yeah.
машина с продовольствием захвачена. Вызовем повстанцев.